Всем привет! Сегодня с вами. Я включила, если что. Мы готовы. Всем привет, меня зовут Лилия, я основатель бренда «Бери-беги». И сегодня я в необычной для себя роли, потому что мы снимаем формат интервью с нашим новым управляющим. Это Лена, познакомьтесь. Меня зовут Лена, я новый управляющий. И сегодня я хочу познакомить и вас с брендом, и сама еще больше углубиться, узнать какие-то особенности, нюансы, взять интервью у создателя, вдохновителя, дизайнера и вообще супервумен. Лили. Супер, да, да. Мой первый вопрос. Как давно образовался бренд, с чего он начинался, как ты к этому пришла? Бренд существует с 2014 года. Образовался он спонтанно. Я на тот момент работала совершенно в другой области. Занималась туризмом, руководила офисом по организации туров на Байкал. И так все сложилось, что я поняла, что я бы хотела заниматься делом своей жизни. А я уже всегда давно знала, что моя история будет фэшн. Потому что с детства, так или иначе, я занималась вещами со своей сестрой. Мы все время организовывали какие-то девичники, к нам приходили одноклассницы ее и мои из разных, ну, понятно, она была старшая сестра, мы собрали практически всю школу, всю модную школу, которые знали, что, допустим, если моя сестра едет в отпуск или куда-то, она наверняка привозит очень много итальянских вещей, плюс Zara, H&M, все на свете. Мы жили в Иркутске, и, конечно, такие вещи, они были очень ценные. Первый же день у нас собиралась просто толпа девчонок, которые прибегали все это выкупать. Я вела блокнотик, записывала, кто что взял, сколько купил, в кредит, не в кредит и так далее. Мы менялись, мы продавали, покупали и так далее. То есть, ну, все-таки можно сказать, что все-таки именно моя история в фэшн началась с 11 лет, если учитывать тот предыдущий детский опыт. «Бери-беги» появился в 2014 году, появилась идея создать магазин в Инстаграм. На тот момент в Инстаграм были только личные блоги, фото еды и прочее. И никто еще на тот момент не продавал вещи вот так, как это делается сейчас в наше время. Почему-то у меня никаких сомнений не было, что это выстрелит и что нужно именно в этом направлении развиваться. А как вообще бренд связан с Италией? Что это для тебя? Какую ты видишь в этом связь? Ну, во-первых, началось с того, что мы закупали кожу итальянскую и из нее шили косухи, фурнитуру и прочее. Потом в какой-то момент я стала ездить в Италию, сначала как турист, потом я туда переехала. Естественно, канал связи расширился, съемки мы стали проводить в Италии, кожа из Италии и так далее. Я в Италии, поэтому мы стали позиционировать себя как российско-итальянский бренд, все-таки раз уж у нас так много общего. И на самом деле у нас с Италией и итальянцами намного больше даже общего. Я имею в виду менталитеты русские, итальянские, они очень схожи во многом. Именно что касается, знаете, такого артистизма, умения и любви к нарядам, умения наряжаться к леопардовому принту, вот это вот все. Это очень тесная, большая связь, которая просматривается даже просто по инстаграмам блогеров. Ну, то есть я правильно понимаю, что первое, что было создано, это косуха? Так, ну, вот первая вещь, которую выпустил бренд «Бери-беги», как вот прям наше первое изделие именно. Да, это была косуха, действительно. Она была вообще другая, она была из лаковой эко-кожи с вышивкой на спине. Вышивка была воздушный шар со слоном. Не спрашивайте, я себе ни в чем не отказывала. Просто мне хотелось сделать косуху, у меня такая логика была. Думаю, так, ну, обычные косухи уже у всех есть. Так. Это я как стилист рассуждала. Я тогда работала уже стилистом, разбирала гардеробы, ходила на шопинг-сопровождение, и мне казалось, нет, ну уж косуха-то точно у всех уже есть обычная. Нужно сделать необычную.
Я дошла сразу вот с косухи из голубой лаковой эко-кожи с вышивкой на спине. Это была эко-кожа? Или да. Это была эко-кожа? Да. А почему сейчас у нас только изделия из натуральной кожи? Хороший вопрос. У нас часто задают клиенты что-то из серии «А можно из эко-кожи? Я не ношу эко-кожу» и так далее. Тут вопрос в следующем. Если клиент хочет косуху из эко-кожи, мы ее, конечно, сошьем. Это не проблема. Мы найдем, сошьем, делаем. Это, если это принципиальная позиция клиента. Я, как производитель косух, все-таки настаиваю на натуральной коже. Она мне нравится больше, она с ней работается по-другому. Все-таки это не то же самое. Когда говорят, что сейчас уровень эко-кожи такой крутой, что не отличить и так далее. Да, если мы говорим про какую-то кожу, которая, ну, знаете, невысокого, скажем так, качества, тогда, конечно, ты не почувствуешь разницу. Но когда ты годами работаешь с кожей, с натуральной, это совершенно другое. Да? Ты чувствуешь даже сторону производителя, когда ощупываешь эти шкурки, ты можешь просто по каким-то шероховатостям определить, из какой страны приехала эта кожа. И, конечно, это другой уровень. Итальянская кожа Напа — это моя любимая. Она, конечно, и дороже, но в изделии смотрится совершенно иначе. Опять же, если говорить про эко-кожу, мы, безусловно, можем шить косуху из эко-кожи. Но вопрос в том, если вопрос от клиента задается с точки зрения сэкономить, то сэкономить особо не получится. Ну да, она будет чуть-чуть дешевле стоить, но если ожидание, что она будет стоить условно 15 тысяч рублей, то это не так, потому что мы шьем наши косухи от и до индивидуально. Это не партия, это не фабрика, это не китайские там 100 единиц одинаковых косух, которые отшили из эко-кожи, поставили, и вот они там в Лайме или где продаются. Ну, то есть у нас все равно индивидуальный подход. И все равно эту кожу кто-то поедет закупать, эту эко-кожу. Мы будем все равно согласовывать фурнитуру, цвет подклада и прочее. То есть в любом случае это будет индивидуальный пошив. И поэтому такое изделие будет стоить практически так же, как и из натуральной кожи. Поэтому вот здесь нужно понимать, какой запрос у человека. Все-таки сберечь, скажем так, животное или сберечь средства. Вот сберечь именно средства в нашем случае не получится, потому что мы шьем на заказ. Угу. Ну, я думаю, сразу всем будет интересно узнать, сколько людей как раз-таки трудится над изделием и во время производства, и во время продажи. Какой у тебя штат вообще людей? Тоже классный вопрос. Я постоянно пытаюсь посчитать, потом сбиваюсь, потом думаю, ладно, потом посчитаю. Потом опять что-то происходит, потом я начинаю считать, так и так, ага. У меня часто сходится что-то около 15. Если мы берем тех, кто работает на аутсорсе или удаленно, допустим, с другой стороны, но тем не менее является нашим членом команды в течение долгого времени, как Валерия, например. То есть это не те люди, которые физически приходят каждый день в офис, а в магазин, а те, которые каждый день с нами в чатах, либо работают над выполнением тех или иных технических задач и производства. Вот около 15, самые, старый, наверное, неправильно будет сказать, самый опытный сотрудник нашего бренда работает 8 лет, я недавно считала, 8 лет. И это, конечно, очень ценно, потому что когда ты годами работаешь с людьми, это очень большая ответственность, это и гордость в том числе, что такая команда, она год за годом работает над созданием коллекции Бребеги. Как бы сложно ни было, как бы какие бы мировые ситуации ни случались, как мы работали в ковид, это вообще, мне кажется, если я сейчас это расскажу, нас сразу можно закрывать просто. Ну, то есть мы каждый день, на самом деле, вся команда делает максимум для того, чтобы бренд Бребеги существовал. И, конечно, многое остается за кадром. Конечно, мы не можем написать обо всем. Ну, ты знаешь, очень много есть бэкстейджа, который так не покажешь, и смысла нет показывать. Но поверьте, каждый день все ваши запросы обсуждаются среди команды, все заявки, все клиенты, все сложные моменты, все индивидуальные заказы, необычные, обычные, все самые разные.
Поэтому команда очень молодец, крутая. Мы, конечно, бывает, ругаемся и так далее. Спорим. Не без этого спорим, доказываем друг другу что-то. Без этого невозможно. Ну, то есть без этого бы и не получилось. Я думаю, что ни в одной компании не бывает по-другому. Но самое главное и ценное — это то, что мы умеем договариваться. Мы взрослые люди, мы решаем все эти вопросы. И самое еще важное — про команду я могу говорить часами просто. Самое важное это и приятно, когда я вижу, что команда друг другу помогает. Допустим, кто-то заболел, и за него этот человек выходит и полностью закрывает все вопросы. Или у кого-то случилось несчастье, и он выпал из процесса. Мы тоже заменяем, я в том числе подключаюсь и занимаюсь какими-то вопросами, которыми, скажем так, уже давно не занималась. Или какие-то мелкие, но такие важные человеческие именно эмоции, чувства, они вот в этой маленькой команде прослеживаются и просматриваются, и такую гордость дают, что просто вау. Я вот даже сейчас сижу, а напротив нас потрясающий рейл, его вам не видно, но поверьте, он потрясающий, лавандово-серебристый. Я вчера его собирала, там серебро, лаванда и фисташка. Очень красивое сочетание. Думаю, боже, какие мы молодцы. Вот это же все сделала команда. Это не я там сделала, шила ночами. Я придумала, но для того, чтобы это воспроизвести, представляете, какой большой труд, как много людей требуется, чтобы это потом попало к вам в шкаф. То есть финишная работа — это всегда, чтобы у кого-то в шкафу оказалась вещь в ребеге. Это колоссальная работа. Я заметила, и мне очень интересно, что ты во всех процессах, ты правда участвуешь. Я редко встречала таких руководителей, которые буквально в каждой мелочи, они всегда поддерживают. В каждой мочке затычка. Есть плюсы, есть минусы. Надавём вещи свои именами. Но мне кажется, это результат того, что вы так долгое время вместе, то есть, 8 лет, да, это за это время можно, правда, стать семьей, то есть уже стать родными людьми, вы каждый день на связи, это удивительно, что ты всегда включаешься, и ты всегда во всех процессах, это очень круто. Да, мне это очень важно, на самом деле, особенно сейчас, я временно переехала в Москву, надеюсь, что временно, потому что нужно было как раз перевести бренд из одного места в другое, нужно было нанять команду, часть поменять, новых сотрудников и так далее. И эти процессы, они заняли несколько месяцев, и во время них я еще больше в это все погрузилась. То есть теперь я реально знаю даже о каждом мятом пакете, который находится. То есть о том, о чем я догадывалась, что оно есть, пока я в Италии живу и в чатах с вами общаюсь, но не видела физически. А теперь физически вижу каждую пылинку, все. И сама вчера я работала в магазине, я что-то бегала с этими ножницами, все подрезала, отпаривала, развешивала, полностью всю развеску поменяла. У меня просто было не остановить. Революция. Да. Я устроила революцию. Написала линию. Типа, у нас там какие-то чаты, какие-то переписки. Я говорю, так, ладно, да, я тут революцию устроила, потом поговорим. А я не поняла, это хорошо или плохо, потому что революция такое понятие. Да, такая тишина. Провокационная. Та-да-да-дам. Что-то хорошее. Хорошо, мы узнали о всем текущем процессе. Теперь интересно узнать о планах. Что в планах у Бери-беги? На самом деле, Бери-беги, начиная с октября прошлого года, очень сильно уже поменялся. То есть это планы, которые становятся реальностью каждый день. Когда я приехала в октябре, я поняла, что помимо переезда нам нужно очень глобально перестроить процессы, потому что успевать все и везде невозможно. И сосредоточиться нужно на том продукте, который и на том, скажем так, на тех сильных сторонах, которые у нас есть. Не пытаться быть везде и сразу, не пытаться выпустить миллион коллекций, чтобы успеть за другими брендами и так далее. Я поняла, что по факту, заморачиваясь на отшив полноценных больших коллекций, мы не успеваем отшивать косухи. То есть у нас, вот, если ты посмотришь, у нас в наличии обычно очень мало косух, потому что их раскупают
максимально быстро. И а почему мы не успеваем? Потому что все это было загружено работой над созданием нового костюма, еще одного, третьего, четвертого, пальто отшить, найти производство. То есть какие-то партии мы размещали на партнерских производствах. Именно все, что касается кожи плюс некоторые другие текстили, мы отшивали сами. Я замучилась работать с другими производствами. Я больше не хочу работать с другими производствами. Я их за 10 лет так, извините, не буду плохие слова говорить. Настрадалась, да. Потому что, когда ты не несешь ответственность за производство, а несет ее кто-то другой, этот кто-то другой никогда не поймет, какой тебе нужен уровень качества. Он никогда не будет относиться к этому так же серьезно, как ты. И будут косячить, будут затягивать сроки, будут не брать телефоны, будут портить ткань, будут говорить, что не те лекала, будут, о боже, сколько всего будет. И все это будет отнимать ресурс, энергию, деньги, время, которое я могла потратить на косухи либо пошив индивидуальных костюмов. Поэтому теперь мы делаем фокус все-таки на наших индивидуальных пошивах. Хотите костюм? Прекрасно. Мы вам его сошьем, причем из той ткани, которую вы выберете, из итальянских стоков, мы соберем вам палитру, которую вы одобрите, выберете. Именно такое качество, цвет, оттенок и так далее, по вашим меркам, по нашим лекалам и максимально короткие сроки. Да, это не будет стоить так же, как это стоит массовое производство или как это стоит лайм. Понятно, что партию обычно запустить дешевле, не всегда. Это тут, кстати, тоже есть отдельная тема. Этот пласт про производство я бы, кстати, отдельно в другом интервью разобрала, потому что на эту тему можно говорить вечно. Тем не менее, мы по-прежнему шьем весь цикл. Мы можем и юбку шить, и костюмы, все на свете. Но просто это на другом уровне. Мы работаем персонально с клиентами, индивидуально с клиентами. Потому что все-таки наши постоянные клиенты, достаточно высокопоставленные люди, это состоявшиеся успешные женщины, которым нужен сервис, они знают, что такое сервис, они видели его и знают, что бери-беги, мы его предоставляем. Соответственно, если нас выбирают, исходя из таких показателей, как качество, скорость, сервис и так далее, душа, которую мы вкладываем в каждое изделие, то здесь уже все-таки речь идет про другой сегмент. Я всегда говорила, что мы middle up премиум сегмент. Вот можно сказать, что мы перешли все-таки в премиум, при этом цену мы не повышали, но мы просто, скажем так, снизили обороты производства партийного и сосредоточились на производстве персональном. Все. Я хочу сказать, уже вот даже за 2 месяца, что я здесь, или больше, сколько уже, так, ну, время просто быстро летит, да, что даже я уже успела как бы столкнуться с такими проблемами, как недобросовестность производств, и это действительно большая проблема, и лучше иногда сфокусироваться на том, что ты можешь делать сам, можешь делать качественно, и будешь всегда нести ответственность перед там, своими клиентами. Вот, и плюс это сохраняет какую-то айдентику бренда, то есть кожа, Италия, индивидуальный подход. Да. Я думаю, что это то, на чем стоит сосредоточиться. Ну, забегая немножко далеко вперед, конечно, у нас планы грандиозные, очень большие. Они так или иначе завязаны всегда на Италию, поэтому я очень надеюсь, что у нас получится в ближайшее время открыть магазин в Милане, магазин «Бери-беги». И над этим, конечно, тоже я очень много работаю, думаю, и каждый день происходят какие-то процессы, которые к этой цели приближают, скажем так. Я не буду пока что делать какие-то глобальные заявления, где, когда, что, потому что ситуация в мире так быстро меняется, постоянно приходится как-то подстраиваться. Я собиралась 2 года назад это делать, 2,5. По понятным причинам пришлось отложить эту мечту. Но она остается. И я подумала, ну раз она остается, значит, нужно воплощать. И поэтому убери-беги планы грандиозные. Мы остаемся российско-итальянским брендом с собственным индивидуальным пошивом. То
То есть уже скоро наши клиенты смогут найти нас. Возможно, возможно. Да. Ура, уже выходим за рубеж. Это прекрасная цель. А может быть что-то касательно выхода на маркетплейсы? Да, наводящие вопросы задает Елена, так как она, как никто другой, знает. Для счастья каких-то секретиков. Да, мы в ближайшее время появимся на LaMode. На ней мы раньше были представлены. Это было, по-моему, 4 года назад. LaMode тогда была в другом состоянии, в другом виде, с другим составом и даже с другим управлением. Поэтому сравнивать LaMode сейчас и LaMode тогда я не могу. Слышала, что сильно качественно они работу наладили и изменились, поэтому мы решили туда выйти, попробовать с тоже ограниченным ассортиментом, чтобы мы были сосредоточены на своих, на том, что мы можем оперативно допроизвести и поставить, назовем это так. Вот. Но тем не менее на LaMode мы скоро появимся и станем, ну, наверное, более доступны для всех в плане того, что о нас больше людей знает. Сейчас, особенно во времена отсутствия нормального Инстаграма, запрещенной сети, как там говорят? Вот, мы еще начинающие блогеры, поэтому будем учиться правильно формулировать свои мысли. Да, просто в связи с отсутствием этой площадки, конечно, это сильно сказалось на Бербеги, и приходится постоянно перестраивать процесс, искать новые пути развития, рекламы и так далее. Поэтому посмотрим. Телеграм-канал, очень... подписывайтесь на наш телеграм-канал. Телеграм-канал обязательно, Ютуб. Дай бог выйдет этот выпуск. Я думаю, что это будет более удобно для наших клиентов в связи с тем, что не все могут себе позволить сюда приехать, все пощупать. Если, допустим, это клиенты из других городов, то LaMode организовывает доставку, примерку, то есть у вас будет возможность уже прикоснуться к изделиям и, может быть, ну, или выкупить это изделие, или заказать индивидуальный пошив. Да, то есть это как раз на это, больше возможностей. Да, 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 вот как раз на это и расчет. То есть мы как бы знакомимся с клиентом через доставку LaMode, и даже если вдруг ему по какой-то причине не подошел цвет или размер, он уже, узнав о таком бренде, зайдет, скорее всего, к нам на сайт и поймет, что мы шьем на заказ, что можно выбрать другой подтон кожи, и все это будет быстро выполнено, отшито и так далее. То есть расчет все-таки на то, что мы станем более узнаваемым брендом, да, в России именно, потому что, ой, боже мой, ну сколько людей на Трубное приходило и говорило: ой, здравствуйте, а что за бренд? А я здесь рядом живу. И я говорю: алло, здравствуйте, мы с вами уже 3 года. Мы вот на Трубной 3 года или 4, сколько мы там были. Почему вы мимо проходили? Почему вы не видели? Я не знаю, я обычно не ходила по этой части Трубной. Думаю, ну, тогда, наверное, все-таки магазин, это не как бы не первостепенное. Все-таки у нас больше на доставках всегда было и в Инстаграм. Значит, теперь нужно уходить на другие площадки, которые нас тоже будут рекламировать и продавать. Ну, вот как-то так. Угу. Раз мы заговорили о пространстве, то, может быть, немножко расскажешь о нашем новом пространстве. Да, бренд переехал. Переехали мы с января, 31 декабря мы переезжали. Просто. Мы, кстати, сегодня снимаем выпуск как раз той команды, которая переезжала и перевозила все это. Самые стойкие, сумасшедшие. Самые чокнутые люди. 31 декабря. Вместо того, чтобы строгать салаты, что там люди нормальные делают. Я прилетела, по-моему, из Италии, прилетела... 25-го? Нет, 29-го, 28-го. Ну, короче, притык вот прямо перед самым переездом. Конечно, какая-то часть вещей была упакована, а какая-то нет. И вот мы как-то так очень легкомысленно к этому отнеслись. Ну, типа, есть коробки, что мы утром придем, там то, что не собрали еще, а мы собирали 2-3 дня. Команда собирала. Но, тем не менее, оставалось еще много всего не собрано. Но казалось... Ну, казалось, что будто бы да. Вот это, одна машина, я прям помню. Одна машина у Лили. Сколько нам нужно будет, например, нагрузчики, там, хостинг? Ну, одна машина максимум, вот там, микроавтобус. Потом приезжаем вместе с грузчиками, и они мне говорят: а кто с нами разговаривал? Кто с нами договаривался?
была я. Так вы же понимаете? Все понимаем. Тут сразу подключается Лили. Все нормально, сейчас все решим. Сколько денег нужно? Давайте сделаем это 31 число. Потому что вариант не переехать не было. Грузчики уже приехали. Им тоже особо деваться было некуда. Мы в них вцепились мертвой хваткой. Пережали до ночи. А еще у нас была такая мечта, я даже не знаю, как это назвать, что мы переедем в новое помещение и быстренько подключим с электриком, который придет, свет. Ну, там буквально за пару часов. Как вы можете понять, этого не произошло. Свет у нас загорелся примерно 4 января. Частично. Нет, частично. Он, ну, в таком производственном режиме, да. Он загорелся сразу, ты это организовал. Не, подожди, но... вот эта лампочка вкручена, да-да-да. Но потом вот уже сделать, чтобы вам такой студийный красивый свет, где можно фоткаться, где можно видеть вещи достойно, смогли только... Где можно шить, но и то, да, но еще хорошо, есть, чем я буду. Что все спали, ели, отдыхали, да, после Нового года, то есть вот эту заминку нашу, да, такой маленький факап. Да. Ну, кстати, в этом плане неплохо было переезжать перед Новым годом, потому что действительно у нас было несколько дней на то, чтобы обустроить пространство. Мы, конечно, еще в процессе, но оно уже хотя бы выглядит прилично, более или менее, да. И находится в самом престижном, в самом модном. Это, конечно, было очень пафосно. Сначала я думала, что мы вообще просто... Я такая, приезжаю в октябре, говорю, все, мы переходим в онлайн, мы закрываемся. Мы переезжаем с Трубной и продаем просто на доставку. Объявила, все уже такие, ну, типа, окей, свыклись как-то с этой мыслью. Как скажешь. Да. И тут вдруг находится помещение... Я уже даже не помню как. Ну, понятно, что я, конечно, сидела на Циане, посматривала варианты. И тут помещение на Патриках. Думаю, интересно, почему бы не на Патриках? На Патриках нас еще не было. Вот, поэтому было принято решение сделать максимум для того, чтобы это помещение получить. Это было нелегко, была большая конкуренция, было очень много желающих. Был очень странный риэлтор, который нужно было уговорить сдать это помещение максимально. Поэтому... Ты участвовала в конкурсе? Да, я участвовала в конкурсе. Да. Мне пришлось много усилий, нервов потратить для того, чтобы это помещение все-таки именно нам досталось. Поэтому я рада, я горжусь. Я не знаю пока что, насколько мы здесь. Мы смотрим, это новый для нас район. Мы смотрим, как это зайдет, какие возможности этого района можно использовать. Какие можно классные промо-акции, коллаборации придумать, да, и так далее. Да, у нас уже есть друзья. Да. Мы сразу устроили коллаборацию с Ката-Ката ресторан. Мы дарили вам десерты, они дарили спешл напиток для наших клиентов. Вот, и у нас прям сразу с первых дней организовалось такое сотрудничество, за что им тоже большая благодарность, что они так сразу с нашего открытия поддержали нас, скажем так, пока мы здесь осваивались на Патриарше. Да, это очень классно, знаете, переезжать сразу с коллаборацией на Патриаршие пруды. Это большая заслуга Лены как раз, она в очень короткий срок это смогла организовать. И мы, скажем так, достаточно достойно поселились на Патриарших прудах с приятными соседями, друзьями. Я думаю, что мы запустим еще несколько коллабораций, уже есть желающие, есть знакомые и так далее. Мне вообще, в принципе, интересен очень формат коллаборации. Раньше мы так плотно не развивали эту тему, но как будто бы она отвлекается. Нашим клиентам приятно получать подарки от ресторанов, получать подарки от нас, иметь двойные бонусы и так далее. Это классная очень система. У нас, кстати, перед Новым годом тоже была акция, которую не каждый успел зацепить и понять, но это была, я считаю, тоже очень крутая услуга. Мы дарили чистку зубов в салоне наших партнеров. Соответственно, совершенно бесплатно, покупая какую-то вещь, вы получали в подарок чистку зубов. Это просто шикарно. Я, если честно, я не видела такие другие бренды, которые дарят, скажем так, бонусы в разных сферах, да, не только в сфере фэшн. Не только, скажем, носки, получили носки у соседей там или еще что-нибудь, а именно что-то полезное, то, что вы и так бы заказали, купили, это очень интересная тема.
Но у нас много интересных соседей здесь. Да. Я думаю, что мы будем развивать обязательно направление каких-то коллабораций. Mm-hmm. Плюс у нас еще такое интересное помещение. У нас есть выход непосредственно на улицу, как бы из окон. Я думаю, что летом мы обязательно... Да, да, обязательно подушки, кофе, игристое. Чтобы вам было приятно сюда приходить, знакомиться с вещами, проводить время, пить игристое, кофе. Не знаю, у нас очень много интересных идей на этот счет. Да, да, да. Мне тоже это помещение главным образом понравилось за счет этих окон. Кстати, по-моему, там видно, в кадр попадает. Очень будет уютно, летом будет супер комфортно, мы будем включать музыку, мы будем устраивать кинопросмотры, разговаривать, пить шампанское, примерять, обсуждать новые идеи, выбирать цвет косухи, цвет подклада и так далее. Ну, то есть это такая будет тусовка, которая очень для всех, я думаю, что будет комфортно. Комфортен такой формат покупки, когда ты все-таки друг бренда, а не клиент. То есть это, ну, разные вещи. Когда ты просто приходишь, здравствуйте, я видела вас на сайте, там, не знаю, дубленку, покажите, я померю. И совсем другое дело, когда те, кто нас знает, это все-таки больше пространство как раз про поговорить. Любой из наших менеджеров всегда с удовольствием поговорит, все расскажет, покажет, объяснит разницу между первым и вторым, покажет еще не готовые изделия, вытащит их с цеха. Кстати, это большая отличительная наша особенность, то, что в этом пространстве... У нас цех, он находится в общем зале с одеждой. Да, то есть это вот такой классный формат, я его раньше не видела ни у кого. То есть это ателье, магазин, который, вот, пожалуйста, посмотрите, как мы реально шьем. То есть можно всегда чуть-чуть раздвинуть шторку, скажем так, и там посмотреть, как шьется чья-то косуха, чья-то дубленка и так далее. То есть это очень ценно, и вот как раз эту историю хочется развивать. И показывать все больше и больше, чтобы нас люди видели не как красивую картинку в Инстаграм, и непонятно, у нас иногда пишут кто-нибудь, откуда вещи. Я думаю, значит, мы плохо рассказываем, наверное, про то, что это наши вещи, мы их шьем, приходите, мы вам покажем как. Вот это хочется донести, вот это хочется показать, как мы именно производим, что это вот штучные экземпляры. Не нужно нас сравнивать с какими-то там другими брендами, которые отшивают партии по 100, по 1000 единиц. Мы не такой бренд, и мы таким не будем. И я бы, если честно, не хотела таким быть брендом. Все-таки, если по 100 единиц, то косух. Ну, но не всего остального. Еще хочется маленькую рекламу сделать нашему пространству. Мне кажется, что оно идеально подходит для каких-то вечеринок, да, для каких-то мастер-классов, да. Для различных вечеров. Просто у нас уже был небольшой опыт на нашем открытии. У нас был потрясающий поэтический вечер с Дариной, с столиками, с кейтерингом просто, который вызвал восторг у всех, кто пришел. Это было действительно достойно, красиво и интересно. Это был вечер, который наполнен смыслом. Вот. И это как раз созвучно очень с брендом «Бери-беги». Мы как вещи вкладываем смысл, почему кожаные изделия, почему кожа, которую годами вы носите, она там, допустим, винтажная, если, да, то она еще и вытирается. Потом, да, вы носите вместе с мужем, с дочкой и так далее. То есть здесь есть некая такая семейственность, душа и прочее. И вот эти вечера поэтические, музыкальные, различные, те, которые несут пользу, это очень созвучно с нашими клиентами. Потому что наши клиенты, как правило, люди с небольшим количеством времени. И если они его проводят свободно как-то, куда-то выходят, то оно должно быть качественное. Оно должно быть таким, чтобы у них оно запомнилось, и они бы потом, придя домой, сказали... Как было круто, как я классно сегодня узнала там что-то новое, не знаю, посмотрела необычный фильм в классной компании, услышала новую музыку, познакомилась с новым поэтом и так далее. И вот чтобы наша девушка была наполнена, наш клиент был с нами вот в такой тесной связи, это очень важно. Это было максимальное эстетическое удовольствие и для глаз, и для ушей, и для рта, если можно так сказать. Это прям было такое комплексное мероприятие, и мы им очень гордимся. И вообще всех, кто заинтересован в каком-либо сотрудничестве, мы всегда открыты, пишите, пожалуйста, если вам нужна площадка,
У нас она достаточно большая, с хорошим освещением, и мы можем... Да, если мы с вами созвучны в интересах и в целевой аудитории, то мы очень открыты к различным коллаборациям, вечерам, это может быть все что угодно. Это может быть выставка картин, это может быть как раз кинопросмотр чего-то, создание парфюмерных ароматов. Ну, то есть здесь можно на самом деле бесконечно. Дегустация. Да, дегустация вин. Мы делали дегустацию однажды, это было очень популярно. Да, у нас было натрубное мероприятие, мы сделали вина, пино-нуар. У нас были все, весь пино-нуар, который мы смогли найти из интересных, необычных, вместе с сомелье, мы проводили такую встречу, было здорово. Поэтому да, у нас все-таки формат более открытый к нашим клиентам. Такие вечеринки мы, как правило, объявляем за неделю до мероприятия, поэтому просто нужно смотреть в соцсетях. Мы иногда делаем рассылку лично кому-то из тех, кто наш постоянный клиент, но рассылку по всем мы не можем сейчас сделать, поэтому было бы здорово, если бы просто за нами внимательно смотрели в соцсетях, в Инстаграме, мы всегда об этом рассказываем. Пожалуйста, подписывайтесь, если еще не подписаны, и будете в курсе всех последних событий. Потому что мы планируем вас удивлять и удивлять. Да. Да. Уже ждем скорее, чтобы закончилась зима. Mm-hmm. Чтобы начался новый сезон, и чтобы вы наполнили свою жизнь яркими оттенками, новыми материалами. Мы сейчас как раз-таки занимаемся, что вот выбираем, смотрим, вдохновляемся чем-то новым, для того, чтобы вот-вот всех удивить. Mm-hmm. Хотелось бы понимать, какой вообще нужен стартовый капитал, какой он был у тебя, как это все начиналось? Классный вопрос, потому что этим летом я работала наставником для команд, для людей, которые только-только запускают свой бренд. Сейчас, в наше время, это был 23-й год, лето, и вот я как раз наставничество активно взяла, у меня было время для этого, я взяла несколько команд. Очень хороший вопрос, потому что сейчас так все поменялось. Мой капитал стартовый был 300 тысяч рублей. Это сколько лет назад сразу? Это был 2014 год. И я его заработала, ну, скажем так, на организацию путешествий в основном для крупных компаний, «Газпром», «РАО ЕС» и так далее. Мы делали экспедиции. Помимо того, чтобы тратить, я там что-то пыталась откладывать, и вот у меня появилось 300 тысяч. Я думаю, о, интересно, можно машину купить? На тот момент это еще можно было. Либо можно бизнес запустить. Почему-то тогда... Все мое окружение плюс-минус либо уже были успешны в своих карьерах на ТВ, либо запускали бизнесы, как раз стартапы. Я думаю, ну классно, мне тоже надо стартап. 24 или сколько там мне года было? Да, 24. И вот у меня особо не было каких-то сомнений, размышлений, в какой области, что и так далее. Поэтому мой стартовый капитал был 300 тысяч, он был полностью... никем не спонсирован, и вообще, в принципе, я никогда не привлекала, вот, кстати, до 22-го, хочу сказать, никогда не привлекала средства ни с, там, мамы, папы, мужа, банка, там, и так далее. Ну, то есть это всегда, мы всегда развивались только за свои, на свои заработанные деньги. Береги существуют вот таким образом. Конечно, иногда хочется психануть, и чтобы кратно вырасти, взять какой-то нереальный кредит и все вот, да, запустить. А с другой стороны, я понимаю, что это большая ответственность, и все-таки, ну, мне психологически в этом сложно быть. Бренд «Беги» существует за счет своих средств. За счет клиента. Благодаря вам существует клиента. Я считаю, это надо. Я считаю, это надо ставить просто. Наша команда очень талантливая. Мы все можем делать все. Быть менеджерами по продажам, быть психологами, быть инстаграм-менеджером. Оператором, монтажером, редактором. Психологом, редактором. Итак, действительно, как правильно подсказала мне Али, бренд «Бери-беги» существует за счет клиента. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы нас выбираете. То есть понятно, да, что каких-то глобальных инвестиций я никогда не привлекала. То есть не было такого, что
там, не знаю, пришла к маме и сказала: «Мам, хочу открыть свой бренд, дай мне там 10 миллионов или сколько». Ну, то есть такого, это миф, или там муж, или кто там еще. Вот, поэтому бренд открылся на 300 тысяч. Сейчас, конечно, на такие деньги сложнее запуститься. Я это говорю как человек, который работает уже теперь и с другими брендами, тоже как наставник. И что бы там ни рассказывали, ну, если мы, конечно, говорим про маркетплейсы, хотя и даже если мы про них говорим, там тоже речь не идет про сумму 300 тысяч. Поэтому если вы вдруг слушаете какие-то очередные басни по поводу того, что мы научим вас, как запустить бренд с нуля, без, да, там, со 100 тысяч рублями, поверьте, это даже одна съемка стоит больше иногда, сильно больше, чем 100 тысяч, а вам же нужно еще отшить, найти, где отшить, а первые образцы, да, один первый образец одного костюма вам выйдет 100 тысяч иногда. Поэтому это, мне нравится твой вопрос с точки зрения того, что мы его сейчас немножко с другой стороны раскрыли. Очень популярно сейчас говорить: да, типа, вам ничего не нужно, можете просто иметь ничего и запустить свой фэшн-бренд. Это не так, извините, но это не так. Я запустила 10 лет назад на 300 тысяч, допуская, что это было возможно до ковида тоже, условно, ну, еще, может быть, там 4-5 лет назад и то, тоже с большими погрешностями. Сейчас я не вижу, я считаю, что это обман, поэтому, ну, чтобы запустить нормальный, хороший фэшн-бренд, который имеет свое будущее, айдентику, который имеет вообще смысл, tone of voice, вот это вот все. Да как вы на обучение только потратите 100 тысяч. Вот, поэтому такое дело. И у меня, да, самый главный вопрос: а когда все окупилось, когда ты заработала первый миллион? Тоже классный вопрос. Я никогда не забуду этот день. Хорошо. Та-да-да-дам. Короче, была очень крутая история. У меня был, ну, типа партнер, фотограф. То есть мы запускались на мои средства, но я ее взяла как партнера, потому что понимала, что я одна не справлюсь со всем объемом там, операций и прочего. А потом, спустя годы, когда она начала понимать, что мы все еще не зарабатываем, она ко мне приходит и говорит: «Слушай, я, короче, я живу в Мытищах, мне вот каждый день ездить в Москву вообще не кайф, у меня уже свои там куча клиентов», она фотографом работала. И типа: «Извини, но я все, я не могу». Я говорю: «Ну окей, хорошо». А сама сижу и думаю: интересно, что мне дальше делать? Хотя я на тот момент уже, в принципе, без нее справлялась даже на фотосессиях. То есть в какой-то момент она перестала даже в фотосессиях участвовать, и уже появились другие фотографы и так далее. Но, тем не менее, я села и думаю: блин, действительно, ну уже столько лет, там 3 года, по-моему, уже так долго, и там, типа, выручка какая-то минимальная была. Ну, мы позволили себе первого сотрудника, и вот этот первый сотрудник, ты знаешь, Анечка наша, она как раз, в принципе, ну, там, большую часть этого заработка-то как раз и зарабатывала. И уже ничего особо не оставалось. Но я, так как работала персональным стилистом, я всегда это нивелировала в плане того, что у меня была возможность и было на что существовать, и так далее. Плюс я еще с этих заработанных как стилистом денег еще дополнительно, естественно, вкидывала в бренд, производство и так далее. Да, ну, то есть вот это вот было. И был момент, когда вот она уходит, и я думаю: может, уже просто правда закрыть, ну, буду я стилистом персональным работать, ну, нормально, в принципе, там по деньгам очень хорошо уже на тот момент получалось, я снимала для других брендов, для своего бренда, для всех. Думаю, ну, можно закрыться. А, я еще беременная была, я была на 6-м месяце беременности, и это, наверное, было основной причиной, почему я подумала закрыться. То есть бренд не был убыточным, но думаю: блин, когда я, ну, я же, вот у меня ребенок сейчас будет, я когда буду всем этим закупкой ткани заниматься, вот этим вот администрированием и с клиентами, и туда-сюда. И решила, что нет, я все-таки рискну и попробую сделать все по-другому. Это моя такая характерная мне черта, когда вместо того, чтобы все закрыть, я просто психую и типа все удаляю и делаю все по-другому. Революция. Да, революция. И в итоге я решила выпустить полностью всю коллекцию свою «Бери-беги»,
То есть на тот момент мы продавали разные бренды российские тоже, это отдельная история, мы про это можем еще интервью запускать. Про производство, про бренды. После кризиса 2014 года мы продавали другие бренды в том числе. То есть я их находила на Ламоде, мы собирали от них подборку, и я делала крутые стрит-стайлы с подборкой этих вещей, и вот так мы стали как бы популярны для клиентов в Инстаграм. А уж, и вот это был переломный момент, я думаю, да нафиг мне все эти дизайнеры, я уже знаю давно, что нам нужно шить. Это то, что мы искали часами с нашими и днями, с моими клиентами на персональный шопинг в ЦУМе, Азии, там вот это вот все. Мы искали и не могли найти за те деньги, которые хотелось. Ну, то есть не всегда, скажем так, у меня клиенты были готовы купить костюм крутого качества там, за 200 тысяч рублей. Они хотели хорошего качества, не так, как Зара, хотели яркий, но вот где-то посередине, чтобы это было по прайсу. Думаю, странно, почему никто не шьет в каком-то приятном, доступном сегменте. Да, и вот так это все появилось. То есть я запустила костюмы сразу, я знала, какие точно нам нужны по посадке, по всему. Запустила платье несколько, вот которые мы одни из которых мы до сих пор отшиваем это платье с воланами. Это наш хит, который нас любят, знают, и в каком бы оттенке мы ни выпустили эти платья, они всегда sold out, то есть у нас не бывает такого, чтобы они долго лежали там или что-то. Скорее мы по чуть-чуть дошиваем разные принты, но чтобы у нас было хотя бы одно платье не распродано в этой модели, такого не бывает. Вот, поэтому, но первый миллион, уже про первый миллион говорим, вот эту коллекцию я выпустила, я впулила туда еще баблишко, ну, естественно, еще 300 тысяч, по-моему, ну, 350. И сделала коллекцию, выпустила ее, отсняла сама с другими фотографами, с другими моделями и так далее. И офигела просто. Мы продали большинство экземпляров за 2 недели. Аня наша сидела с блокнотиком, вот так вот записывала этот лист предзаказов. Да, вот там прям так, лист предзаказов. И там вот имя, фамилия, сколько внесли, что там, какая модель и так далее. А я уже на 8-м месяце на тот момент была. Я такая, так, что-то надо с этим делать. Ну, то есть поперла, а как, а дальше что у меня живот надо сейчас... Надо продолжать в том же темпе, динамику. Да, но я-то как бы рожать собиралась еще, помимо всего прочего. А там я буквально закупала, мы выпустили тречи стеганые, зимние, это особая наша технология, которую я придумала тоже совершенно случайно. Это, короче, утеплитель, который мы стегаем на матрасной фабрике. То есть это не готовая ткань, а это ткань, которая была придумана и выпущена в определенной модели треча, зимнего, теплого, вот ты видела, стеганые, который до минус 25 градусов греет, при этом не выглядит как пуховик, это не что-то необъятное, огромное, это что-то элегантное, с кожаными пуговицами, с кожаными пряжками, выглядит как Бёрбери, стоит как бери-беги, и вот, пожалуйста. И вот с этими тречами мы заработали первый миллион за ноябрь, по-моему, вот просто даже, может быть, даже за 2 недели, если не ошибаюсь, там был такой лист предзаказов, что он просто напугал. Аня там уже просто такая днями и ночами, а у нас была только Аня, то есть мы с ней работали без выходных, а выходных не было совсем никаких. Вот она с утра, ей начинали звонить и до ночи, и в Инстаграм, и на телефон. А тогда очень активно как-то в Инстаграм это все завирусилось, я уже не помню, как конкретно, там у нас какие-то рекламы пошли, бесплатные причем. И все, и эти заказы, они просто падали, а я думаю, блин, а если я рожу и не успею все это произвести, а лист предзаказов, и они уже предоплачены есть, и что с этим делать? Ну, то есть это был классный момент самого вот этого ощущения миллиона и как бы его получения. А с другой стороны, это была большая ответственность, нервы и так далее, в плане того, что, блин, я сейчас рожу, я не успею сшить эти тренчи. Успела. Успела, да, в итоге. Ну, то есть вот это был первый миллион.
Ну, я еще хочу отметить, что это были другие деньги, когда миллион тогда, да, это сейчас. Абсолютно. Я даже не знаю, насколько нужно умножать, чтобы какую-то примерно эквивалент. Сейчас, мне кажется, из дома выходишь, у тебя уже минус 50. А не то, чтобы производство запустить за 300 тысяч. Сейчас просто из дома выйти. Да, это правда. Мне иногда хочется, думаю, посижу сегодня дома, проверю, как это. В чатах посижу, сделаю революцию в чатах. Да. Ну, еще есть вопрос, чтобы ты представила, что на нас, в чем мы сегодня нарядились. Да, мы сегодня, конечно, подготовились, мы могли выйти в каких-то там других вещах, не вещах, бери-беги, поэтому я рассказываю сегодня про свой образ, Лена про свой. У меня вообще, в принципе, очень поменялся лайфстайл, скажем так, я очень много путешествую, очень много была в Италии, поэтому если раньше я наряжалась каждый день, то сейчас, да, я наряжаюсь, но скорее мне важно, чтобы это было такое некое сочетание комфорта и стиля. При этом я всегда стараюсь, чтобы у меня была хотя бы одна вещь кожаная на мне, потому что это айдентика бренда. То есть даже человек, который условно встретит меня на улице, чтобы на мне было хоть что-то кожаное. Кожаная рубашка, кожаные брюки, кожаная косуха, дубленка или что-то. Это перчатки важно. Перчатки у тебя есть такие? Перчатки, да. Ну, то есть что-то, какой-то элемент, то, что обо мне расскажет, как о личности, о том, чем я занимаюсь и так далее. Отсюда же какие-то украшения, допустим, очень часто сюда какую-то одну сережку, сюда другую, сюда цепочку, сюда еще одну цепочку. То есть какое-то нагромождение такое, но которое собирает на самом деле между собой, ну, например, фурнитуру. То есть золото и серебро позволяет мне даже в таком наряде где-то добавить или использовать золото. Это в данном случае я сегодня золотом не особо не экспериментировала, но бывает так, что миксую. Это такой гранжевый роковый образ, он немножко сен-лорановский, не потому что сумка, а потому что просто вот есть в нем какие-то некие такие черты, которые можно считать как сен-лорановские. Это кожа как раз, это клепки, это большое количество металла, это какие-то грубые такие гранжевые элементы в образе. Я в этом очень органично себя чувствую, потому что это как раз дает такую дополнительную силу. Такой гранжевый образ, он несет за собой брутальность, брутальный характер. Это то, что приходится каждый день решать какие-то сложные задачи, быть лидером и так далее. То есть вот через даже одежду очень легко на самом деле выразить свою внутреннюю суть, рассказать, кто ты, о чем ты и так далее. Красный мне очень комплиментарен именно по моему типажу и так далее, поэтому я часто сочетаю красный, леопардовый принт, черный, белый. Это то в основном, в чем меня можно увидеть большую часть времени. Редко меня можно увидеть в каком-нибудь нежном, в сиреневом, может быть, даже никогда. Ну, то есть это просто не мои оттенки, я их не беру. Мне идут вот такие какие-то металлические, серьезные, гранжевые истории, вот эти вот цветотип мощные. Зима, потому что, да. То есть такие очень яркие я не оттенки. Зима, вот подходит. Не зима я. Но осень. Да. То есть на самом деле, что касается, если разбирать уж прям весна, лето, зима там и прочее, здесь очень зависит, где ты находишься. Вот я в Москве белею моментально. Я за эти три месяца перезимовала и побелела. Поэтому, а когда я в Италии, я очень смуглая, у меня теплый подтон абсолютно на коже, ореховый оттенок глаз, теплый оттенок я добавляю в волосы, поэтому совсем не зима. Вот мне как раз очень нравится, когда люди это умеют вычленять, скажем так, и применять, да. Не привязываясь к тому, что однажды мне там стилист сказала, что надо носить лавандовые оттенки только, или там только пыльную розу, или только там пыльные, да, но меняется все вокруг, времена года, обстоятельства, цвет волос, ну, цвет глаз не меняется, окей, хорошо, но цвет кожи, линзы, да, цвет кожи меняется, у меня, во всяком случае, я не знаю, ну, вот я, как правило, очень смуглая, поэтому мне нравится,
скажем так, шоколадные, бежевые оттенки на мне очень хорошо смотрятся. Расскажи про свой образ. У меня костюм. Я вообще человек офисный. Я очень долгое время проработала. Моя история небольшая такая. Вообще с фэшном я была связана, но это было очень давно. Это было лет, наверное, почти 10 назад. Затем я просто изменила всю свою жизнь, ушла работать в офис. И вся моя деятельность, она была связана больше с нефтегазовой отраслью, потом с угольной промышленностью. Серьезная девушка к нам. То есть, да, вообще как бы очень далеко от фэшена. Но я очень скучала, я очень всегда хотела что-то такое вдохновляющее, потому что со временем, когда ты приходишь в свой офис, ты знаешь свою работу, она такая достаточно брутальная работа, но немного скучноватая для меня. Мне хотелось как-то себя реализовывать через творчество, в какой-то части. Но в то же время, видимо, вот этот офисный бэкграунд, он мне дал какую-то любовь вот именно к классике, к образам строгим. Иногда я могу себе что-то позволить творческое, но в целом вот мне очень нравится выглядеть классик. Поэтому на мне костюм, аналогичный костюм мы индивидуально отшивали для нашей клиентки. Я присмотрела его себе и захотела себе такой же. Тут достаточно широкий крой. Я хочу рассказать про эту ткань, потому что выбирала я ее лично. Это тонкая итальянская шерсть потрясающего качества. Это вот как раз первая наша история костюмов, которые теперь шьются не массово, не партии, а шьются на заказ. И это вообще другая история. Это тонкая итальянская шерсть, она потрясающая. Она блестит, она прям струится, да, она так приятно ощущается, и она даже греет. Да, вот я сижу, и мне прям приятно в нем находиться, правда? Это костюм тройка с очень интересной фурнитурой. Я тоже люблю, на самом деле, сочетать серебро и золото, потому что вот на мне, пожалуйста. Да. Плюс это сочетается все прекрасно с моей любимой сумочкой. Вот поэтому, да, я тоже... то есть это про ту историю, что да, даже в рамках, если вы привыкли к офисным брючным костюмам, то в данном случае здесь мы поиграли с фурнитурой, которая этот костюм выводит вообще на другой уровень. Это как раз та самая фурнитура, которая скажет о том, что вы творческая личность. Здесь каждая пуговица отдельно подобрана и является выражением вот как раз вот этой творческой истории. Они все разные, если посмотреть, там лев, там есть, покажи поближе, там, может быть, не видно. Там то есть все они разные, и это как раз ваша персональность, это ваша индивидуальность и так далее. Поэтому обращайте внимание на такие вещи. Опять же, при индивидуальном пошиве мы это можем учитывать и добавлять в ваши костюмы, изделия и так далее, кожаные изделия и текстильные. Особый подклад, особая фурнитура, конечно, по вашему желанию. Да. Все это можно. Так, ну что, теперь, раз уж ты рассказала про свою сумку, расскажи мне, что в твоей сумочке. У меня сегодня очень маленькая сумочка с собой. Мы решили сделать эту трендовую историю, но так как мы начинающие блогеры, нам нужно откуда-то черпать вдохновение. Мы очень много смотрели YouTube, много готовились, и теперь мы начнем с попсовых таких историй, типа, а что в твоей сумочке? Но опять же хочу подчеркнуть, что мы не готовились там. Может быть, что угодно. Давайте посмотрим. Вообще, я очень давно хочу найти себе именно большую сумку, в которой будет все влазить. Но пока мне это не удается. Все модели, которые мне нравятся, они все мини. Или вот это максимальный размер. У меня есть, конечно, сумки среднего размера, но, к сожалению... Не очень красивая форма. Покажи. Я понимаю, что это не Брэндбери Бегино. Почему бы нам не показать, какая красивая форма? Я даже не знаю, как правильно это произносится. Может быть, ты мне поможешь? Джупи? Джейсон Ву... блин. Ну, скажи. Джейсон... Подожди, а кто это? Мне очень нравится этот бренд, потому сейчас, что, несмотря на то, что они находятся в сегменте middle, их выбирают звезды, это Меган Фокс, это... Подожди, сейчас погуглим, ты расскажешь. Но все-таки читается как сокращение, без расшифровки, Джейви Андерсон. Мне эта сумка очень нравится своей формой, потому что она какая-то очень органичная. Она созвучна тебе, во-первых, как личности, и тебя тоже примерно так, она тебя олицетворяет. Но и сама строгая себе, и маленькая. Она строгая, маленькая, но не просто необычная. Она нестандартная при всем при этом. То есть она, опять же, выражает твою суть. Это очень круто.
У нее красивая золотая фурнитура, интересная форма, при этом она плотная, это не какая-нибудь там мягкая сумка-мешочек, у нее есть форма, она с характером. Точно как я, маленькая и строгая. Я очень хочу себе выбрать какую-то сумку побольше, но на самом деле для каких-то небольших там выездов и она справляется со всеми своими задачами, в нее влазит все, что мне нужно. Здесь нет моего телефона, потому что он задействован. Но удивительно, почему там нет твоего телефона? Что мне здесь есть? Расческа. Так, хорошо, гребешок, да? Да, всегда выглядит здорово. Приятно. Есть карт-холдер. Кстати, красный тоже один из моих любимых оттенков. Он очень идет, да. Очень красиво. Да, вот что красный, что леопард. И я когда увидела вообще вкус Лили, я подумала, что мы сойдемся. Как будто бы я что-то узнаю. Так, еще у меня здесь наушники. Я всегда что-нибудь слушаю, или слушаю подкасты, или слушаю музыку. Мне нужно, чтобы мой мозг... Какой последний подкаст ты послушала? Я слушала историческое, это там прям такая большая, как это правильно назвать, лекция, наверное, касательно лидеров. Советских. Мне нравится как-то рефлексировать на эту тему. Тут у меня ключи, естественно. Почему-то два карандаша для губ, я не знаю. Один, видимо, одинаковых причем, да? Да, да, это очень схожий оттенок. Видимо, холодный. Видимо, любимый. Да, холодный, бежевый, ну, такой достаточно. Классический. Я думаю, что все знают вот этот Пупу 004. Очень много кого его видела. И у меня есть вот такая маленькая штучка. Да, это от фотофона. Это барабанная дробь. Это с момента переезда. У нас потерялась часть, вот абсолютно такая же фотофона, и я взяла с собой, и до сих пор, к сожалению, к своему стыду, я не могу найти аналогичную вещь. Это, между прочим, не только фотофон, а это то, что нам позволит еще смотреть фильмы, потому что фоны у нас могут меняться, в том числе на белом, мы потом сможем смотреть фильмы. Поэтому, если вы когда-нибудь увидите у нас кинопросмотр, то знаете, что этот важный болтик, что я нашелся вторую такую вещь. Но пока я до этого не добралась, если честно. Леруа Мерлен тебе в помощь. Так, ну и что у меня тут еще? Денежки. Денежки. А кошелек нет, или ты в карт-холдер у меня, да, я в основном пользуюсь карточками. И зеркало я еще нашла. Это подарила мне моя подруга, уезжая в Таиланд, которая тоже работала в офисе. Такое интересное. Зеркало. Это хирургическая сталь. Вот, и ну, там на самом деле был смешной бэкграунд. Какую убить можно на самом деле, если вдруг что? Она настолько острая. У меня так и подружки. Там на самом деле есть такой смешной бэкграунд. Мы все время, когда ходили с ней куда-то, есть такая проблема, что на винирах застревает иногда еда у меня. И поэтому она, когда уезжала, она говорит: Лен, я тебе все время говорила, ты там можешь, пожалуйста, что-то убрать? Да. А теперь, говорит, вот тебе зеркало, следи сама, справляйся сама. Я такая: хорошо. И всегда ношу его. Кстати, классная история, очень приятно. Каждый раз доставать. Да, очень заботливый, да. Друзья. Будешь об этом думать. Так, теперь моя очередь. Я даже не знаю, мы, наверное, уже вышли далеко за рамки нашего тайминга, но я прошу вас простить, так как это все-таки первый такой опыт, поэтому я думаю, что это допустимо. Итак, в моей сумке, конечно же, не все, у меня есть еще отдельный мешок, в котором очень много всего. Образцы кожи, образцы подкладов. Да, образцы кожи, образцы подкладов, обувь для съемки, ну, все, что может быть, учебник с собой на тот случай, если у меня появится свободное время, и я буду сидеть учить. За последние месяцы так и не появилось, но я все еще ношу этот учебник. Надежда есть. Да. Сегодня я взяла солнечные очки с собой, потому что мне показалось, что будет солнце, но его не было. Его в Москве уже давно нет, да. Думаю, тебе пора. Ну, мне очень... Я вообще люблю солнечные очки, у меня большая коллекция. И я считаю, что это часть стиля, поэтому всегда обращаю внимание на то, какие очки у кого, какие дужки. Ну, все, мне очень, вообще, в принципе, нравится эта тематика и с точки зрения стиля, и с точки зрения смыслов и всего. У меня с собой две помады. Ну, точнее, одна — это как блеск такой с тинтом, ну, скорее, как тинт, да, увлажняющий.
Очень красивая упаковка. Я купила ее за упаковку. Я так сейчас поняла. Да, то есть не могу сказать, что это лучший тинт в моей жизни. Он неплохой, но очень красивый. Да, мне нравится, как он с кольцом, например, сочетает. Это вот как раз боль стилистов с точки зрения того, что когда ты покупаешь вещь для стиля. А вот это как раз помада, которую я нашла у нас в съемочной косметичке. Я не знаю, как, откуда она там появилась, но, во-первых, мне тоже нравится ее, как она выглядит. У нее такой градиент красивый, от черного к помадному, скажем так. И она ограненная, и что это за бренд, я не знаю, но она еще и вкусная, и красивая. Это Dior, как будто значок CD или... Он какой-то другой, нет, он как сердечко больше. Mm-hmm. Но, правда, не знаю, надо будет... А, Shiseido. Вот такой я фэшн, как это, нет, бьюти-блогер. Надо вот так показывать. Нет, на руку, наоборот. Ну, короче, ну вы поняли. Это помада, которую я нашла случайно, это, которую купила случайно, вот такие у меня помады. Вот такой я бьюти-блогер. На самом деле, особо ничего. Очень крутая обложка, вон такие, это даже не обложка, это, как называется это, господи, сумочка для документов, ну что-то такое. Короче, это то, что мы шили от бренда «Бери-беги» 3 года назад, и я без нее теперь не обхожусь. У меня здесь все документы, российские, итальянские, все визитные карточки, все карточки, какие только мне могут понадобиться во всех странах. Тут же у меня деньги тоже. Почему-то я с собой до сих пор ношу евро, как будто бы они мне здесь могут понадобиться, но тем не менее, ладно. Какие-то, в общем, даже скипас есть с собой. Поедем кататься? Да. Короче, это очень удобная, это не карт-холдер, а как документ-холдер, я не знаю, что это такое. Я очень хочу, чтобы мы снова их выпустили, потому что это реально крутая штука. Я ее подсмотрела у мужских каких-то историй, коллекций, ну, то есть это больше для мужчин раньше выпускалось и делалось. А мы сделали для нас, для наших клиентов. Напишите, у кого есть такая. Можно я померю? Она плотная, она классная, туда влезает паспорт, туда помещаются все документы, карточки, все что угодно. Мне нравится, что она очень мало места занимает. Да, она плоская, да, абсолютно. Ну, то есть кошелек, он все равно всегда более объемный. Да, очень крутая. И вот она уже много лет у меня, и с ней ничего не произошло. Она, ну и даже в мою малышку. Да, что всё ушло, да. Я могла бы застегнуть просто. Лень. Да, прям вообще. Вот, поэтому у нас есть коллекция паспортных обложек, но вот эта история тоже была интересная. И может быть даже более, кстати, носибельная. Затем у меня что? Очередные наушники, которые я снова потеряю. Я их... Господи, как много я наушников потеряла. Какой-то кошмар. Это уже просто... Я не знаю, около 15 пар я потеряла наушников. За последний год я потеряла меньше, 4. Как ты это делаешь? Аэропорт? Максимум. Ну, это у меня были, всегда были AirPods. Не знаю, то бегу, что-то у меня там вываливается. Я уже потом купила себе брелок, это вставила. Но у меня теперь брелок этот есть, а сами наушники я забыла. Нет, а сами наушники я оставила в машине в Италии. То есть у меня типа, я взяла с собой, когда собиралась, я просто взяла с собой этот чехол, и все, прилетаю сюда, открываю, понимаю, что наушники у меня в машине. Короче, у меня с наушниками не задалось. Если можно внимательно посмотреть, здесь тоже один. Держится еще пытается. А первый я потеряла на склоне. Это было месяц назад, я каталась на лыжах здесь недалеко. И, ну, понятно, ты там пока с кем-то разговариваешь, это все вытаскиваешь. И вот остался один. Я пока что с одним наушником хожу. Ну и, в общем-то, все, больше у меня ничего нет. Все остальное в секретном мешке, в котором находится вся моя жизнь. Что, мы сегодня обсудили очень много, но далеко не все. Опять же, повторюсь, это наш первый такой формат. Мне всегда хотелось вот какой-то такой приятный формат интервью, когда ты просто болтаешь. Вроде бы обо всем, а вроде не обо всем. О важном, обо всем, о бренде, но при этом в лайтовой атмосфере. Будет ли кто это смотреть? Я не знаю. Мы выложим это на YouTube, если понравится по картинке.
кусочки точно будут полезны, особенно тем, кто являются нашими клиентами в течение долгого времени и пытаются понять, что же все-таки сейчас происходит, куда мы переехали, как, какие у нас вообще планы и прочее. Опять же, это будет интересно для всех, кто запускает свой бренд, бизнес и так далее, потому что, ну, а где, как не от основателя бренда, вы еще научитесь мудрости в производстве одежды, если вы производство одежды хотите запустить. Будет много полезной информации, и если будут силы, желание, время, то мы это выведем на какой-то более качественный уровень, возьмем петлички, поставим свет, и вот это вот все. Мне кажется, главное начать. Да, поэтому, если вам понравилось, поддержите нас, пожалуйста, лайками, там, вот этими огонечками, там, что там еще. Подписывайтесь на наш канал, это если выйдет. И вот это вот все. Приятного вам вечера, спасибо. Всем пока. Класс, это было прикольно. Это было вообще потрясающе. Абсолютно новый для меня.